Приветствуем вас на курсе по снижению веса. На сегодняшнем занятии мы покажем три варианта меню для разгрузочного дня при снижении веса. Данный материал информационный, всегда консультируйтесь с врачом. Важно! Разгрузочный день делается по выходным дням, например, в воскресенье. Физическая активность минимальная. Вариант 1. Молочный с овощным супом. Распределить в течение дня. Кефир 500 мл, творог 5% 500 граммов, плюс овощной суп в обед 300 мл. Соблюдать свой индивидуальный водный режим в течение дня, в среднем 2 литра. Вариант 2. Оптимальный. Его выбирают чаще всего, и сейчас вы поймете почему. Первый прием пищи в 8 часов – чай без сахара. Второй прием пищи в 10 часов – курица 100 граммов плюс овощи 200 граммов. Третий прием пищи в 13 часов – овощной суп до 500 мл. Четвертый прием пищи в 16 часов – овощной суп до 500 мл. Пятый прием пищи – 19 часов – курица 100 граммов плюс овощи 200 граммов. Соблюдать свой индивидуальный водный режим в течение дня, в среднем 2 литра. Вариант 3. Овощной. За сутки распределить 700 граммов овощей, без учета жидкости. Соблюдать свой индивидуальный водный режим в течение дня, в среднем 2 литра. На следующих занятиях мы покажем, как составлять индивидуальный график питания и меню на неделю для снижения веса. Дадим вам список разрешенных продуктов и рецепты для приготовления вкусной и полезной еды. В описании под этим роликом есть ссылки на другие занятия данного курса. Если остались вопросы, пишите комментарии, мы ответим. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и посмотрите эти видео.